Всем привет, дорогие друзья, это программа «Неравная битва», и гостем нашей сегодняшней программы будет игрок команды RockSkiz Йол. Так, ну что, выбирай. У нас там получается Герокоптер и Темплар Ассасин. Ой. Ну, не знаю даже. Уставший после тренировок. Да я еще приболел. Чё-то так лень. Ну давай, в прошлый раз я победил. Я выберу теперь того, кто проиграет, мне кажется, скорее всего, на Герокоптере сыграю. Ты недооцениваешь меня. Да? Ну ладно. Ща мы почетырим. Так а чё ты там, трапы расставляешь, что ли? Нет, я жду айтем. Ага. Это что такое с тобой? Что-то, да, такое серьезное. Ну вот ты видел мой закуп, может быть, не знаю, там, как-то в твою сейчас не совсем здоровую голову придет какая-то мысля, не совсем здоровая, и ты возьмешь меня за компиш. Я продаю все. Продаю все. Не особо даже твой закуп, честно говоря, запомнил. У меня было БКБ. Как минимум ты это видел. Видел. Это видел я. Какой подлый закуп. Да я пытаюсь поподлее придумать что-то трудное. Понять, честно говоря. Ой, ну давай. Так. Очень подлый закуп будет. Потихонечку качусь к тебе. Йоу. No, please. С твоих уже будет. Трапы взрываем. Все сразу. Что? Кто? Нет, не надо. Да ладно, все-таки убил. Слушай, сколько раз я миссанул по тебе, это бред. Если бы я еще бил чуть пораньше, я там провтыкал. Да, да уж. Все, ну теперь на это, 1-1 или еще раунд? Ну теперь последний раунд. Так. А, окей. Так. Готов? Ну да, да, да. Поехали. Только ночь еще страшная. Ах ты, подлец. Эй, а чё, эй, не грачи, вы чё? Да пускай, зачем они? Убил одного. Давай помесаешь еще лучше. Знаешь, мне не очень нравится месать, но ладно. Да, ну это, контроль-то был, ты оценил, да? Да, да, видел. Они на меня посмотрели и пошли как-то искать. Это предатели. Так, ну что, поехали теперь на 30 тысяч. Так, вот это же поинтереснее, ну давай. Тут можно побольше грязи придумать. 30 тысяч. Ой, курьера обмыть можно наконец-то. Ну давай, сколько бабочка? 6, это 5, 11. Ну я же слушаю все. Пишу 19. А, о! Не, мне нравятся мои два слота, вот этих, почему нет? Бабочку уберу, наверное. Слушай, а ты вот случайно не будешь задействовать свой вот этот секретный билд рефрешер обузал? А? Не знаю. Я могу. Уже скупился, да, на него? Я уже о нем подумал. Так. Это секретный билд, который не проигрывает. Ага. Ты с ума сошел, что ли? Давай, хуже будет. Ядрен батон. Что за наркомания у тебя вообще в запаке какой? Мом,
Ты это шляпа. By my oath. Господи. Your mid tower's coming apart. Так, ладно. Как у вас тренировочки? Ой, да фидоним по чуть-чуть. А так? Блин, этот закуп. Ой, как нравится мне. Ой, как нравится. А ты это честно вообще, что у тебя там рапира лежит, или это ты так? А я ее не взял же. Ну да, но это типа ты хотел подменить там как-то ее взять. Нет, это не моя рапира лежит. А, да? Я думал, ты потный вообще там, типа, статный, поднимешь рапиру, бить начнешь. Да, нет. Погнали? Да, погнали. Закуп чемпиона я называю. Да, 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 да. А, у тебя МКБ! О, она не усилится! Ой, ну его. А МКБ ты не видел? Нет, я был уверен. Знаешь, я почему МКБ купил? Потому что ты сказал, что типа бабочку выложу, а я подумал, ты меня обманываешь. Я пришел в этот раз. Ой, ну ладно. Ну все это, да? Да, это все. Передавай приветы. Передаю приветы всем. Всем, кто за вас болеет. Ну давай еще раз спасибо тебе за. Да, тебе спасибо. Пока. Все, пока. Ну что же, подведем небольшой итог. Темпларка набирает 3 поинта, Герокоптер получает 1. Следующая пара героев – Темплар Ассасин и Лондруид. На этом все. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, не болейте. Пока-пока.